друзья, всем привет! Сегодня день восхождения на гору. Мы уехали от моря и будем восходить к древней крепости. 14 или 15 век, мы скажем вам тогда, когда на нее поднимемся. Около 700 метров над уровнем моря. Будем смотреть на прекрасный вид. Сегодня очень жарко, где-то 32 градуса за бортом. Но это нас не останавливает, потому что восхождение на место силы, на удивительные красивые места, оно вдохновляет, дает ресурс, поэтому мы настроены очень решительно. Ну вот лежит наш путь по горной дороге, там уже открывается первый вид красивый на море. Могу сказать, конечно, не легко идти, вдохновляет только красота этих мест и туристы, которые спускаются и говорят, что они там были, мы обязательно справимся. Вы видите, куда мы идем? Вот туда. Кажется, близко, но путь нужно приложить усилия. Но это не конечная стоянка, это всего лишь первое пристанище нашего пути. Но вот эта первая крепость, которая была видна на заднем фоне, даже историки только в предположениях, что это было. Но я вижу в этом языческий храм. И, скорее всего, на этом постаменте стояла статуя, потому что здесь когда-то в древние времена греки очень часто завоевывали эти места. И прямо вот я вижу в тонком плане статую, причем женского рода. Поклонение богине, защитнице. Вот такое интересное место. Идем дальше. Вот и моя сестренка впереди идет, показывает путь на гору. И перед нами, конечно, мы не только под ноги смотрим, но и по сторонам. Красота. Просто вообще. Еще и древние деревья, пейзаж, солнце, вдохновение, сила жизни. Вот мы на высоте одного из крепостных сооружений, но здесь меня привлек вид, который открывается внизу на Новый Афон. Вот там у нас внизу Новый Афон, который мы тоже обязательно посетим, может быть, не сегодня. Вот такая вот красота. Ну вот мы подходим, последний рывок по каменистым дорогам крепости. Древние знали, где ставить крепости, чтобы враг не смог забраться. Достаточно непросто, скажу я вам, но оно того стоит. Вот, ребята, здесь на высоте почти 700 метров над уровнем моря есть уникальный родник. Мы сейчас покажем, как он сидит. Да. И никто не может сказать, откуда на такой высоте. Давайте. Откуда на такой высоте? Достали воду. Святая вода. Ой, святая водичка. Вот башня, мы сейчас тоже на нее поднимемся. Но здесь такой вид. Thank you.
Мы идем сейчас в маленькую часовенку на территориях крепости. Была там, Тоня не была. Были, да, хорошая, да, церковь. Да, да. Там чудотворная икона Матери Божией, Николая Угодника, да. Течет масло, все, да. Столько икон. То есть самое главное, это вот это место в Абхазии и Василиска. Да, да. Да. А это почему самое главное? Божьей Матери? Когда... Потому что это Иверская Божья Матери. Иверская Божья Матери? Да. Вот, вот здесь, вот видите, чудотворная икона. Его убили. Иосиф Маньос Кортес, чилиец, написал вот эту икону, и его убили в этом, ну я не знаю, там в Афоне. Мы спустились с горы. Уставшие, но очень довольны. И продолжаем свой путь в пещеру Святого Каноника. У нас хватает на это сил, потому что у нас, как всегда, есть вдохновение. И вы слышите здесь горную реку, которая обдает нас прохладой и дает нам силы. И мы поднимаемся в пещеру. Она очень интересная, там была. Там потрясающая энергия чистоты. И скоро мы там будем. Ну вот перед нами 200 ступенек, которые нужно пройти, чтобы подняться и попасть в пещеру Святого Канонита. Ну, когда есть энергия, ты можешь быть уставший, твое тело может быть уставшее. Но ты знаешь, как активировать потоки энергии, активировать свой энергоресурс, то, в принципе, все дается не сложно. Последняя сотня ступенек в пещере. Активно, быстро и весело.